Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 февраля, день Никифора и Панкратия. Святой мученик Никифор, он пошел на добровольную казнь за веру вместо отступника своего друга. Панкратий Печорский жил в 13 веке. Он отправился в пещеры и начал соблюдать благочестивый образ жизни. Молитвою, постом и помазанием елея он исцелял людей от разных недугов. Сегодня рекомендуется проверять обувь и, если надо, относить ее в починку, либо же покупать новую. Приметы этого дня. Сильный мороз после Никифора бывает только ночью. Столбы возле солнца на мороз. Снег прилипает к деревьям, к оттепели. Если снег гнет своей тяжестью ветки, это к урожаю. Пушистый иней с утра к хорошей погоде. Если в мороз лес зашумел, это к оттепели. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало, и это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, мочевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очистительных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хребца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная.